Добрый день. Сегодня 16 декабря 2017 года, и перед вами Беломорская развязка. На переднем плане кадра вы видите западную часть стройплощадки метро Беломорская. Основная часть ее находится вот за 26-м домом по Беломорской улице. Как вы видите, сейчас я чуточку приближу и сфокусируюсь на самой развязке. Сегодня такое знаменательное событие. Организовано движение автобусов от вот этого, на этой развязке. Они разворачиваются и едут в сторону центра, причем пустыми. Дальше на них садятся пассажиры около подземного пешеходного перехода к парку Северного речного вокзала. И дальше едут, соответственно, до водного стадиона, Войковской, Сокола. Потом на Соколе высаживают пассажиров всех. Вот вы видите, как раз сейчас автобус поехал в сторону центра. И что происходит дальше? Значит, автобус разворачивается уже пустой в районе Динамо и едет в сторону Сокола. Там снова сажают пассажиров. Остановка у Войковской, водного стадиона и высадка снова у парка. То есть автобусы, они не заезжают к самой станции речной вокзал, и пассажирам приходится идти пешком, ну там минут 5. На стендах, которые стоят около станции, почему-то рекомендуется сравнительно длинный маршрут около, вдоль Фестивальной улицы и по Ленинградскому шоссе. Хотя там можно срезать вполне через парк. Дорога где-то раза в полтора короче есть. Вот, значит, такой режим будет действовать на этих выходных, 15-16, и на следующих выходных. Все это происходит, потому что закрыто, как вы поняли, движение поездов от станции метро Речной до станции Сокол в двух направлениях. И сейчас происходит технические работы, замена трансформаторных подстанций на 825 вольт и так далее. Вот как раз подъехало много поездов. На обеих строительных площадках идут работы. Вот, кстати, здесь почему-то не видно много сегодня рабочих. Видимо, они все уже вот за домом сосредоточились. Линии отгорожены для движения автобусов вот блоками, чтобы ничто им не мешало разворачиваться. Здесь также обустроена разворотная площадка исторически для шестого троллейбуса. И вот здесь она используется для автобусов. Автобусов много, как бы пассажиров сейчас с утра немного. В понедельник, надеюсь, что все откроет движение поездов метрополитена в стандартном режиме. И все готовится к пуску перед Новым годом станции Ховрина. На станции Беломорской, естественно, остановки не будет. И все переживают, насколько это безопасно. Вот, будет этот пуск техническим, либо это будет полноценное движение без последующей остановки. Спасибо большое за внимание.